перед Второй мировой войной в славные дни трансатлантических и транстихоокеанских пассажирских лайнеров один из этих великолепных лайнеров затонул в глубинах моря. Его имя было Большая Матильда. Невероятное сокровище, все еще не извлеченное где-то в ее 300-метровом корпусе. Единственное исследование океана, проведенное годами ранее, привело к разработке плана спасения, который в конце концов забросили. Содержащиеся в сохранности сокровища все еще ждут кого-то, когда-то, кто обнаружит их. И этот кто-то – ты. Добро пожаловать в Divers Dream. Меня зовут Алексей, мы на канале Алексуф, и у нас сегодня начинается прохождение Divers Dream. Вообще это можно отнести к такому чил-ауту у меня, то есть я решил немного отдохнуть. Я надеюсь вообще, то есть я не знаю про эту игру ничего, но я надеюсь, что она будет не напряжная, не будет много экшена и тому подобное. То есть хочется чего-то такого расслабляющего. Вот, но я на самом деле еще заинтересовался этой штукой, потому что это само по себе такая смесь, тоже что-то, значит, смесь RPG с этим самым, с подводным плаванием. То есть довольно-таки занятная вещь. Вещь такая себе неоднозначная, я думаю, она не на каждого, поэтому... Я, честно говоря, вообще не знаю, кому она будет интересна, но, в общем-то, мне она интересна в этом плане. Поэтому посмотрим, будем проходить ее. Не знаю, осилим ли мы ее полностью пройти. Кто знает, потому что, честно говоря, когда такие вещи берешь, на самом деле, есть шанс, что просто забросишь потом. Ну, в общем, ладно, будем смотреть уже по ходу дела, так что погнали. Так, что у нас здесь есть? Опции, новая игра. Игры. Понял. Даже игры это, наверное, загрузки, да? Где это считать? Что такое игры? Да, блин. Я хотел другое нажать, а меня сразу в новую игру. Ладно, погнали в новую игру, короче. Что-то я там не разобрался. Да, у нас дел Konami. 99-й год, между тем. Так, здесь можно стереть назад, понятно. Ну да, пускай будет так. Молодой человек, вы ищете гигантскую Матильду, да, которая затонула здесь, ближе этих берегов? Да, я по этому поводу здесь, но у меня, к сожалению, информации очень мало. А вы кто такой? Послушай меня, сынок. Я могу тебя сделать богачом. Я знаю этот океан как 5 своих пальцев. Вы знаете, где лежит Матильда? Ну, хорошо, спасибо. Да подожди ты. Я не подведу вас. Если вы возьмете меня в команду, я всегда готов. Я раньше был ныряльщиком. Сейчас уже возраст, сам понимаешь, возраст. Но ты один не справишься. Ты реально хочешь исследовать этот океан в одиночку? Подумай над этим. Вместе-то мы можем гораздо быстрее это все сделать. Гораздо. Матильда была большим кораблем, красивым. Так что она потонула. Ладно, по рукам. О, отлично. Ты не пожалеешь. Круче меня здесь на этом острове никого нет. Тем более ты здесь новенький. Ладно, все в порядке, хорошо. Давай лучше мы с тобой приступим к делу. Thank you.
Ну что ж, вот так вот у нас завязывается история. В общем-то, наш герой Алекс приехал на этот остров в поисках затонувшего корабля, гигантской Матильды. Вот, и, в общем-то, натыкается на данного старичка, да, там, ну, старичка такого человека в возрасте, я бы не сказал, что он прям-таки старик. Как-то это совсем уж. Вот. Но внучку у него, да, внучка, конечно, надо. Этот человек, о котором я тебе говорил, моя внучка, Оливия. Немеренная красавица, правда? Оливия, это мой новый партнер, Алекс. Привет, Алекс. Приятно познакомиться. Это твой первый приезд на остров. Позволь показать тебе окрестности. Пойдем. Это магазин антиквариата Энрико. Здесь можно продать все найденные сокровища. Давай зайдем и поздороваемся. Похоже, вы сейчас нет на месте. Пойдем тогда в другое место. Это магазин снаряжения Базилио. Здесь можно купить снаряжение. Давай заглянем в него. Эй, здорово. Это магазин популярный среди ныряльщиков. Мало здесь товаров, что скажешь. Я смотрю, ты тоже профессионал. Ты хорошо знаешь свое дело. Какое снаряжение ты сейчас используешь? А если захочешь, можешь что-то прикрепить у меня. У тебя совсем нет никакого снаряжения. Ну что ж, лучше тебе получить что-нибудь. О, прямо сейчас. Извини, Базилио, но у нас сейчас нет совсем денег. Понятно. Ну, в таком случае, может быть, ты кое-что сделаешь для меня? На прошлой неделе я потерял где-то камеру в малой пещере. Может быть, ты найдешь ее для меня? Да, взамен я тебе дам вещи из магазина. Что скажешь, Алекс? Плохая сделка, а? Мне нужна твоя помощь. Ты сможешь вернуть мне ее? Нет, спасибо. Чё тут сложного-то? Почему тебе не достать это? Мне нужна твоя помощь. Собираешься это сделать? Да не хочу это делать, блин. Чего они привязались-то все, блин? В общем, здесь другого варианта нет, здесь только если согласиться. В общем, нашего Алекса заставили силой, чуть ли не насилием, в общем, согласиться. Правда? О, спасибо. Эти ласты, конечно, старомодные, но я хочу, чтобы ты их все-таки взял. Мы получили ласты. Рассчитываю на тебя, Алекс. Доставь это нам, Базилио. И, Алекс, пошли домой. Так, в общем-то, вот такая у нас система. То есть у нас есть два магазина. Я не знаю, будет ли больше, но пока что их два. То есть один магазин у нас по снаряжению. Здесь, ну, наш герой, он ныряльщик. Поэтому, естественно, правда, он приехал на остров без всего, без снаряжения и без денег. В общем, рисковый у нас парень. Значит, у нас будут такие менюшки. Здесь мы можем, здесь у нас посмотреть снаряжение, находки, в общем, в одном. То есть здесь суть какая? Значит, мы будем нырять. И кроме заданий, мы будем еще находить различные там дополнительные какие-то предметы, которые будут валяться на дне. Вот. И иногда из этих находок, да, то есть мы там будет хлам, а может быть и что-то ценное. Вот. И что-то ценное можно продавать и таким образом апгрейдить свое снаряжение. И, в общем-то, этот вот небольшой. Небольшая прокачка, она сводится именно к тому, чтобы покупать, как я понимаю, более улучшенное снаряжение. Посмотрим, что там у меня вообще есть. А, это у нас то, что есть. Это не у нас, это у нас, оказывается. У нас есть... А, подожди. Или это у него? Нет, это у нас. То есть у нас... надо разбираться, короче. А,
все я понял, то есть вверху это наши слоты. У нас есть слот ласты, слот скафандр, слот оружия, слот баллон. 4 пока слота. И он нам дал ласты. То есть мы можем эти ласты взять. И у нас получается, вот у нас есть... что такое ходы? Скорость, понятно. А сразу до 100 вырастает. Защита на 10 вырастает. Атаки, ну это, наверное, когда будет оружие. И воздух 2. Такие у нас старые ласты. Больше у нас пока что ничего нету. Снаряжение в порядке. Ладно, находки. Здесь у нас будут отображаться наши вещи, которые мы нашли. Это, конечно, такие важные вещи. Видимо, какие-то супер... А здесь сокровища. В общем, я не знаю, что такое сокровище пока еще. Ладно, пойдем. Здесь у нас меню, куда мы можем пойти. Это у нас магазины, а это дом Роберто. Этого, в общем, нашего напарника. Зовут Роберто. Говорят, дом, то есть здесь мы поможем сохраняться там. Ты хочешь скинуть свою игру? Давай пока. Нормально. Ты хочешь о чем-нибудь спросить? Давай, что тут у тебя есть? О чем ты хочешь спросить? Так, ну, по поводу записи понятно. Что такое кон-точка? Следи за подводными контрольными точками. Немногословен. А, лучше отмечаться в них, чтобы ты мог восстановиться с этого места. Если ты умрешь, если ты не прекратишь игру. О чем ты еще... понятно. Там у нас будут контрольные точки. Инвентарь. Существует три типа объектов. Вещи, важные вещи и сокровища. У тебя может быть только определенное число вещей и сокровищ. Вещи — это инструменты, которые ты используешь. У тебя может быть не больше 5 вещей. Иногда ты будешь находить вещи под водой, тебе не придется покупать их. Но если у тебя уже есть 5 вещей, ты не сможешь поднять больше. В этом случае тебе нужно будет выбросить одну из вещей. Сокровища — это загадочные объекты, которые ты будешь находить под водой. Ты не сможешь определить, действительно ли данный предмет является сокровищем или просто куском мусора, пока ты не обратишься к Энрико для оценки. Одновременно у тебя может быть не более 12 сокровищ, так что оставляй лучшие. В чем ты еще хочешь спросить? Сокровища. Это список сокровищ, которые ты найдешь. Туда может быть помещено до 160 предметов. О, ни хрена себе. Сколько ты сможешь найти, Алекс, а? О чем ты еще хочешь мне спросить? Подожди, это типа такой челлендж, что ли? 160. Отдушина. Когда ты найдешь отдушина, не забудь запастись в этом месте воздухом. Используй его эффективно, так чтобы ты смог проникнуть глубже в пещеру. Ну, тут, как понимаем, в основном будем плавать по пещерам. Это довольно печально, кстати. Ясно. Когда захочешь куда-нибудь плавать, иди в гавань. Оттуда ты можешь отправиться в море в собственном крейсере. О чем ты еще хочешь меня спросить? Пока ничего. Снаряжение. Не забудь снарядить вещи, которые покупаешь. Иначе они бесполезны. Ну, то, что это надо обязательно их там ставить, включать. Ладно, ничего, что ж. Это расстраивает. Да уж, не знаю. Гавани. Что ж, вот наш корабль, на котором будем плавать. Это корабль этого Роберто. Место это куда нужно идти, там где потерял наш Базилио камеру. Так, малая пещера, ладно, поехали.
как-то решил принять предложение Базилио. Ой, он сам отличный ныряльщик. Если бы ему не приходилось работать в магазине, я бы взял его с собой. Он очень хорош. Стоит оставаться в хороших отношениях с Базилио, он сможет помочь. Вниз. В общем, у нас здесь немного действий. Мы можем только пойти вниз. Собственно, сам игровой процесс. В общем, у нас кончается воздух, поэтому нам нужно поспешить. Блин, здесь еще надо привыкать к управлению. Подожди, а как здесь? Кстати, вот сокровище. Здесь очень часто придется... Давай-то, блин. А, вот как, точно. Да взять. Там у нас обвал был. Так что что-то мне это уже напрягает, надо сказать. Потому что здесь может такие обвалы быть. В общем, первую миссию вот эту я знаю. Ну, не как миссия, это первая локация. Здесь, как в RPG-шке, можно прокачивать, грубо говоря. То есть, постоянно плавать сюда, находить вещи. Здесь они каждый раз будут новые появляться. И можно найти что-то более крутое. Например, вот у нас есть... Давай ты. Нашел какую-то веревку. Ну, это, скорее всего, хлам, наверное. Да ты что, издеваешься, что ли? Ладно, слушай, надо нам отсюда плыть. Слушай, это я знаю, куда, пока мы туда не пойдем. Здесь еще надо привыкать, честно говоря, к управлению. Человек-амфибия, блин. Так, воздух набрали. Здесь постоянно вот это вот изменение камеры. Еще эта медуза, блин, долбанула. Не говори, что я опять куда-то поплыл. Не, правильно. Здесь у нас выход. Это скотина. Вообще, медуза это еще не самое страшное, это у нас выход. В общем, не на каждого играть, честно говоря. Поэтому... Так, ты не смог найти камеру? Да я и не искал ее нахрен. Здесь можно посмотреть наши находки. Маленький диск, веревка. Можно только 5 вещей. Убрать это, выкинуть. Здесь также будем опять течки находить. Так, ладно, погнали опять вниз. В общем, наша задача накопить на хорошее снаряжение. В основном здесь хлам, конечно, валяется. Там есть какая-то коробка. Вон еще какой-то есть этот. Слава богу, эти рыбы не кусаются. Какой-то диск у нас здесь. Так, пойдем опять сейчас в эту отдушину. Где находится камера, я знаю, но... Дело в том, что мы можем накопить деньги и купить получше снаряжение. То есть нам, в принципе, Базилио даст костюм. Вот.
не взял, что ли? Да. Сюда позиционировать очень сложно. Ты будешь брать диск-то, блин? Слушай. Наконец-то. Так, туда пока тоже не плывем. Туда потом плывем попозже. Посмотрим, сейчас, может быть, продадим. Вообще, надо посмотреть, сколько там стоит костюма, кстати. Здесь вот такое плавание, а есть... Что ж, не смог, да я не... Да, господи. Ладно, пойдем, сейчас мы прогуляемся в гавань. Так, мы сейчас сходим... Блин, я хотел не том. Пойти в... к Энрико. Энрике, или как там? Так, мы не встречались раньше, не правда ли? Ты что, тоже охотник за сокровищами? Меня зовут Энрико, я оцениваю антиквариат. Тебя как зовут? Алекс, звучит неплохо. Знаешь ли, я в людях разбираюсь неплохо. Неси мне все, что найдешь, и я смогу все быстро оценить. Оценить. Давай посмотрим, что там у тебя. Это кольцо. За 230 он купит. Ладно, продадим. Так, мусор, камень, мусор, мусор, мусор. Что-то он нашел там. Ах, это же ГРК. Что такое ГРК? Что ГРК стоит? ГРК стоит довольно неплохо. Это горшок. Горшки он там что-то дешево дам. Малая ческа. Что такое ческа? Серебро, фрагмент. Что-то вообще мало. Что-то мы здесь до хрена всего нашли. А все, дальше мусор. Давай. Да понятно, что опасайся тихоокеанской рыбы, езжай. Если ты прищуришься с такой, тебе не поздоровится. Они молниеносно бросаются на тебя, и все, что ты можешь сделать, так это увернуться. Рыба-лев ядовита, так что прикасаться к ним осторожностью. Хотя это выглядит очень прикольно. Ну да, там есть рыбы, которые ядовитые. Так что... Так. Пойдем. Сходим к Базилию. Посмотрим, сколько стоит там снаряжение. Сколько нам сейчас надо копить? Привет, да, последнее время, да, купить, что тебе можно купить? Так-то здесь цены... Да сколько стоит самый дешевый? Вот, у него защита 10. Самый дорогой за 62 штуки стоит. В общем, 3200 нам, чтобы... копить. Ладно, пока, в общем, все отменяется. Идем дальше нырять. В общем, вот такой вот процесс у нас будет. Сейчас мы идем опять нырять, искать опять, что там валяется. Занимаемся очисткой дна. Нет, сегодня мы камеру не отыщем. Так, идем посмотрим, может быть, плаваем сейчас за камерой. Там какой-то
Да скотина ты, слушай. Да давай, бери. Сейчас опять за задницу ужалят. А здесь, конечно, очень сложно прицеливаться. Горшок. Так вот. Лучше, блин. Давай всплываем. Нам нужно воздуха. Еще что-то нашли. Там, кстати, у нас есть дальше аптечка. Вот. Так что сегодня уже подальше заплыли. Так, надо сейчас к этой отдушине опять плыть. Камера там дальше, туда надо плыть. Здесь на самом деле не очень большая локация. Но я не помню, у нас там есть отдушина. Может быть и есть там. Там единственное, чего надо опасаться здесь, это льва, этой рыбы. Льва, потому что она здесь, вон сколько здесь всего, слушай. Ладно, попозже возьмем. Да, здесь есть отдушина, вот она. Мы оттуда приплыли, да? А что такое за? Здоровье, что ли? А как? Вещи. Да, это, слушай, здоровье, точно, смотри-ка. А чё, у нас оно не восстанавливается? Блин. Я думал, оно восстанавливается, пока мы там отдыхаем. Да бери ты, блин. Диск. Веревка опять какая-то. Что-то проблема с позиционироваться. Здесь еще как-то можно резко разворачиваться, кстати. Там она прямо у нас. Там медузы плавают. Давай-ка разберемся. А вот туда вот, если сейчас направо плыть, там есть противоядие. И там же есть рыболев. Она с большой долей вероятности нам наваляет. Что-то я туда как-то не очень горю желанием. Блин, у меня места нету. А это плохо. Ладно, тогда возвращаемся сейчас. Что-то не смог найти камеру? Я не искал камеру, блин. Роберто. Так, в гавань.
посмотрим, что там мы сейчас понаходили. Хорошо, его девиз: быстрая цена, быстрая оценка, быстрая оплата. Мусор, горшок. Так, давай, мусор, мусор. Тоже что-то мало. Веревка. О, золотые часы, ни хрена себе, слушай. 700. Ладно, пускай продадим пока. Горшок. Десятку надо покупать. Хорошо, нормально. Мало диск, мусор. ГРК. Что ГРК, интересно? Все, все равно мусор. Да, ну почему он нам дал 800? Ладно, неплохо сегодня мы. Сейчас проверим, сейчас мы будем спокойно плавать, посмотрим, будет ли у нас уходить. Ты скотина. Вот сколько здесь барахла. Здесь можем накапливать так потихоньку этот самый. Так, ну погнали. Кстати, вот в коробках может быть что-нибудь ценное вот в этих. Потом после апгрейда костюма у нас будет скорость увеличиваться, когда мы купим хорошие ласты. Сейчас ласт — это как какая-то хрень, честно говоря. Какая-то веревка, блин. Так, аптечку взяли, слушай. Мы сейчас опять так заполним себе полностью весь. Можно, конечно. Ладно, сейчас мы не будем собирать. Сейчас вначале камеру возьмем. А нам куда здесь? Вниз? Что-то я запутался, куда нам плыть-то здесь? Да, я не в ту сторону поплыл. Поплыли. Давай. Сейчас нас, блин, за задницу укусит. Где-то здесь она должна быть. Да, вот там она у нас. Вон камера. Погнали теперь отсюда. О, дельфин. Как я понимаю, когда типа это самое собираешь квестовый предмет. Поплыли, блин, сейчас сдохну так. О, блин, что-то я тут не уследил, блин. Сколько у нас всего сейчас вещей? Я не понимаю. А, важно только камера. Сюда еще сплаваем. Побольше возьмем. И тебе еще возьмем. О, еще какая-то железяка вот эта вот.
Шалмаз, ни хрена, может сейчас так неплохо поднимем денег. Да ты чё так скосил-то, блин? Немножко, конечно, непривычно это управление, то что здесь инвертированное. Погнали. О, квадратная рыба. А, все, мы уже больше не можем взять. То есть, как я понимаю, чем дальше будет, тем более запутанный будет. Это самое. Пещеры. По крайней мере, ладно. Да блин, что-то головой ты скрипишь дно. Немерено ты сделал это. Так, это камера Базилио. Да, то, что говоришь, дельфин сидел. Наверное, это тебе прикололо. Очень обидно, что я не мог спуститься сам. Пойдем. Мы можем вернуться потом сюда. Так что ничего страшного. Идем в Энрике. Давай уже, оценивай. Ну, серебро. За 300, ладно, неплохо. Алмаз, мусор, ты что, издеваешься, что ли? Чук. Что такое чук, интересно? Мусор, мусор. Жемчужина, о, слушай. За 400, неплохо. Чечула. Мусор. Кубок. За 600, вот, слушай. О, сейчас мы накопим себе малый алмаз. Золотые часы, кстати, тоже неплохо. Он, по-моему, да, 700 аж. Все. Неплохо, слушай. У нас камера. Как сокровища сюда вообще находить? Так, идем к Базилию. У нас там денег еще достаточно. Можем себе купить. Кстати, можем себе ласту купить. Можем ласту купить, чтобы плавать лучше. Либо костюм. Вообще, ну, конечно, костюм. Я обещал тебе подарок из магазина. Вот, возьми там подарок. Мы получили... Пиццикату Тед, что такое? Ты хорош, видимо, ты тот самый профессиональный ныряльщик, которого искал старик Роберто. Что ж, что сделаешь сегодня? А, понятно, что он спрашивает. Будем покупать? Давай посмотрим. Где наш... А, вот 370 у нас всего. Давай вначале выйдем, посмотрим. Снаряжение. Вот он нам такую штуку купил. Она плюс 30. Скафандр плюс 30 получается. Ну не скафандр, это господи-то. Но вот такая желтая будет. Можем просто ласты другие взять. Здесь защита 30, скорость 100. Здесь защита 30. То есть, примерно из одной, ну это видимо первого уровня. Костюм. Вот можно вот это купить. У нас сразу скорость будет до 110.
либо скорость составим, но у нас будет защита 42. То есть нас меньше будут атаковать. Воздух-то везде одинаково так-то. Давай, ладно, скорость. Прокачаем сейчас скорость. Так. Снаряжение. А, он сразу же их поставил. То есть у нас сейчас скорость должна быть побыстрее. Все, пойдем. Помнишь, я говорил, что можно поднять немерено бабок? Так это я говорил об убийстве акулы-людоеда. Они дают награду в 500 штук денег за голову этой самой акулы. Хорошая сумма для однодневной работы, да? Так что ты говоришь? Будем собираться разбираться с ней, с акулой. Блин, только не сейчас. Здорово, ладно, будем. Но мы можем пока туда не плыть. То есть как только мы будем готовы, в общем, там получается такая штука, что чтобы эту акулу грохнуть, то есть нам нужно что-то, потому что у нас сейчас оружия нету. Нам надо копить на оружие. Поэтому я предлагаю, что мы сейчас, наверное, здесь уже закончим. Такая вот у нас первая вступительная серия. Мы проапгрейдили свой костюм. В принципе, в следующей серии, я думаю, что мы начнем копить еще денег. Будем копить на... В общем, нам нужно теперь купить гарпун. Мы, конечно, может, его и найдем в пещерах. Кто-то из водолазов обронил его там. Но, в общем, нам нужно копить на гарпун, потому что раз нас ждет охота на акулу, я думаю, это будет довольно сложная штука. Вот, ну ладно, сейчас я думаю, что мы, наверное... Да, вот у нас отобразилось еще одно место. Нет, нам пока не надо, нам пойдем сохранимся. Ну что ж, в общем-то, будем здесь уже заканчивать, так что я полагаю, до следующих прохождений, до следующих, в общем, серий, до следующего видео.